А людей у нас и детей талантливых очень много. Очень много. Он вдохновитель 100 юных умов. Тренеру надо вовремя заметить, поставить новые цели, новые задачи, достижения какие-то. Вот это вот надо уловить этот момент. Сильный духом и добрый сердцем тренер с полувековым стажем Анатолий Иванович Лис. В нашей работе должны выполняться три задачи – образовательная, оздоровительная и воспитательная. Поделится успехами своих воспитанников, которых называют трудными. Дети стали нейрохирургами, судьями городского суда, военными во внутренних войсках, которые служат там уже там, вот, ну, достойными людьми. Смотрите в пятницу на нашем телеканале.